Всем привет, друзья. Сегодня у нас 20 градусов, немного похолодало, но вчера вообще было 17. Мы просидели дома, а сегодня вот наладилась погода. Ты открыл ее? А я вышла опробовать, как работает Бьюик. Сейчас попробуем вспомнить, как выезжать, как проезжать. Мне кажется, я все забыла, ровно год не ездила. Бьюик наш припылился, загрязнился. О, видали, он еще и запах какой-то имеет теперь. Конечно, запах имеет. Старого. Старого Бьюика. Сейчас буду вспоминать. Вчера его надо проветрить. Вчера пиццу делала. Ничего не записывала. По-моему, я уже 2 дня не писала ничего. Видео, я имею в виду. Как-то ничего такого не было, чтобы рассказать, поделиться. У меня, кстати, сегодня так челка бодро стоит, хотя я ее не ставила, естественно, никакими гелями, но придавилась чем-то. Сегодня у нас дата свадьбы, кстати, с мужем. Вот, будем отмечать, наверное, вечерком. Нашла себе репетитора по английскому, вот просто одним днем. Ничего не было, и вдруг вот нашла. Тоже завтра буду списываться с репетитором. Ну, я уже списалась, я имею в виду уже подробно. Поговорим. Послезавтра собрание у Вали в школе, 15-минутное, личное, с нами. То есть учители плюс родители. У каждого родителя по 15 минут есть разговора с учителем. На этой неделе заканчивается четверть у детей, первая. И, ну, в общем, кратко новости именно такие. Вчера-позавчера отмечался тут Хэллоуин. А никуда не ходили абсолютно. Внизу в Бёрк-Дейле делали детям какие-то там штучки, праздник. Там можно было конфеты собирать, вот это наряды. А в Шарлотте там что-то типа парада должно было проходить. И вообще тут по городам, в каждом городе были организованы вот такие вот празднества. Ну, у нас вчера просто вот похолодало очень сильно. Было 17, еще и пасмурно. Был откровенный такой дубак. Мы никуда не ходили. Я же говорю, я пекла пиццу. Как-то так, чисто по-семейному дома провели время. И все на том. Вот так. Ладно, я буду разбираться с машиной. Буду учиться водить опять на Бьюике. Муж говорит, на Форде, конечно, полегче, попроще. Там парковаться легче. Там есть этот, как это называется? Ну, короче, парковщик или как он называется, который показывает линию, как тебе залезть. А здесь такого нету. Здесь сложно парковаться. Еще и габариты машины. По репетитору стоит занятие, я имею в виду английского, по английскому языку 1000 рублей. 1 час, 2 раза в неделю она занимается, итого 2000 в месяц. Ой, господи. 2000 в неделю нашла из своего родного Ростова. На Дону. Ростов-на-Дону. Надеюсь, срастется. Наконец-таки дело сдвинется. Я приехала. Я поводила на Бьюике. Что-то у нас вороны орут. Поводила Форд. Нормально. Ну, я, в принципе, тут не особо далеко уехала. Я круг дала просто вокруг церкви нашей и сюда обратно. Чисто освежить знания, вот этот тормоз. Ну, я имею в виду, здесь у нас управление другое, с кнопки. Она заводится, там кнопка. И переключать вперед-назад тоже по-другому, там колесико. Она удобнее. Руль удобнее, более такой вот, и тормоз как-то реагирует. Все по-другому, и мне кажется, она получше для вождения, более маневренно. Опять же, парковаться. Вот это я встала сама задом. На той бы я фига два. А на той я вот так встала, но тоже чуть-чуть наехала на линию. Но на этой парковаться в разы легче. У нас Санта-домик приехал. Сегодня монтируют, а там елочные. И елку монтируют там дальше. Хотя, а смотри, флагеры. Что они там с дорогой или. А, они елку саму монтируют, да? Елку монтируют, все перекрыли. Прикольно. Веночки. Вон они их. Но пока не вешают снежинки, здесь у нас будет каток. Скоро. В ноябре уже каток откроется. Пойдем пофоткаемся. Фотобус.
Зайдем, пофоткаемся. Короче, красотища. Начинается. Да не, все тот же. Мы забежали в Starbucks. Это мой шоколад круассан. Присядем на улице. Сегодня тепло, 20 и даже больше. Возле елочки и рабочих. А стулья холодные, да? Сколько стоит это? 17, 15, 16. Короче, латте и вот круассан. Что-то он у меня. Что это за машина? А? Как это? Какой-то драндулет странный. Елочка горит. И выключили наши эти фонтанчики. Шоколад сами делай, да? Шоколад Фуджи айскрим. Там кафешка. А? Где? Чё? Где ты читаешь? Килвинс, да. Внутри как кафешка. Угу. Это мы идем, пьем. А вот этого, по-моему, не было, да? Dry bar. Это они там и пьют, и... Машина с Трампом. Мы напали на новый ящичек книг. И новый сквер. Тут вообще все новое. Тут никогда не было. Нашла вот это. N of green. Короче, как она называется? N с зеленых крыш. Что-то такое вот. Монтгомери. Тут хороший почерк. Successful people. Это психология, да? 100 простых секретов. О, будешь? Людей. Будешь брать? О, нет, слишком очень тяжело читать. Крупный такой почерк. В общем, я хочу взять. Что-то есть еще интересное? Ну, наверное, одной хватит. А вот война белых. Он обратно едет, он нас выгоняет. И мне вот этой хватит. Junior Classic. А, для Young Readers. Она случайно не адаптированная? Нет, такая крупная, мне кажется, она должна быть чуть-чуть толще. Короче, посмотрю. О, смотри, здесь есть вот эти страхи. Там Трампа рекламируют. Это какая-то табличка, да? Welcome. Повеселее? Да. Вот такие украшения еще ничего так нравится. А, да нет, вот же черепки. Черепки есть. Черепки — это верх скелета. Так, башка. А вон, смотри, сейчас перейдем. Вон там пасется кто-то или это я слепая? Ну, обычно там лошадь, так и нет. А я видела как-то козликов. Сейчас увеличу. Ну, это ферма. Ну, да. Нет, там, по-моему, сейчас никого. Мне просто показалось. Никого не видно. Нету никого, да? Вижу. Ну, да, они их иногда выпускают, наверное, из-за гона. Мы уже дома. Муж пошел масло менять с помощью среднего сына. В машине. Классно погуляли. Погода, конечно, такая классная. Скоро ноябрь. И муж говорит, в Чикаго. Вот как говорит, езжу сейчас. И как вспомню, что туда, в сторону Чикаго надо переезжать, то думаю, как бы нам здесь остаться. Продумываю варианты, как бы здесь остаться. Потому что настолько классная погода летом. Говорит, летом, конечно, да, тяжело, но так не хочется вот этого всего слякоти, дождя, пасмурности, снега, когда работа связана с ездой постоянной, с вождением, то, естественно, когда всякая фигня на дорогах, заносы и прочее, я сама даже не знаю, как я... В общем, это нужен опыт, чтобы водить в таких условиях. Тогда, конечно, хочется вот такой погоды, сухой, солнечной, чтобы все хорошо было. Еще и погуляли там внизу,
в домиках у нас, и такая прям жизнь у них спокойная. На улицах там никого нет, идешь листиками этими желто-красными шуршишь, тишина, спокойствие, вообще благодать, живут там себе. Кресла повыставляли, ну их там нет, но я имею в виду, вообще повыставляли кресла, чтобы греться на солнышке, вечера там проводить, что они там чай, кофе пьют. Своя жизнь у них там течет. Бергдейл — это вообще тоже сегодня прошлись, все кафешки буквально заняты, они там все время, целый день там сидят, что-то едят, что-то пьют. Тоже такая жизнь кипит. Я сегодня заказала. Ну, это, конечно, такой разговор был облегченный. Но я сама сегодня заказала. Звучит стыдно аж признаваться, что спустя полтора года я сама заказала, пошла себе в Старбаксе. Это все делают, в принципе. Но у меня есть ступорок, который я надеюсь преодолеть все-таки с репетитором. Если я не уверена в своей речи, я в этом плане максималист. Если я не уверена в своем произношении, в правильном построении предложения, мне поэтому сложно открывать рот и начинать говорить. Я себя прям вот ругаю очень сильно. Вот сегодня я произносила круассан, а он так... Вот я сейчас послушаю, как круассан произносится. Мне кажется, он должен иметь другое написание. Круассент, я сказала. Надо посмотреть, как он. Вот. Но все поняла. Ну, там совсем, я же говорю, маленький разговор. То есть она спросила, какого размера этот кофе, латте давать, сколько булочек и все такое. Вспоминается полтора года назад. Все вот эти вопросы нас с мужем вводили в жуткий ступор. Мы ничего абсолютно не могли услышать, даже какого размера, блин, кофе надо. Вот вообще, не... я помню, мы поехали в Чикаго, а это мы уже на данный момент тогда жили... Сколько? Ну, не помню, сколько-то. До года еще не хватало, сколько-то месяцев, 4 месяца. И заказывали в бургерной бургеры на семью. Или это было в Детройте. Ну, в общем, и он спрашивает, какой сыр? Кому сыр? Сколько сыра? И мы такие лупали. Мы очень много времени потратили. За нами очередь образовалась. И мы долго, в общем, выясняли, кому сыром, кому без сыра и какой сыр. Там были варианты сыра, чеддер, еще какой-то джек какой-то. Вот я забыла, он в Walmart'е продается. И не все сразу сообразили, что это речь про сыр идет. Он сказал сорт сыра. Сейчас уже, да, гораздо проще. Все дается, но все равно надо учить. Поэтому я рада, что у меня, я надеюсь, наконец-таки репетитор появился. Боюсь уже говорить об этом, может опять... Что-то пойдет не так, как оказалось, репетитора не так просто найти именно, вот, чтобы он хороший был. Поэтому вот я-то нашла, но хороший ли он, это, конечно, вопрос большой. Самому заниматься, это нужна такая вот мотивация очень сильная. Она есть тут мотивация, но тем не менее люди не знают все равно, живя тут годами, не знают этого английского. Мотивация, чтобы ежедневно ты читал, учил. Я когда приехала, я прям очень так хорошо занималась, у меня были карточки, потом карточки у меня отпали, я перестала учить слова, и у меня теперь только чтение, аудирование, и все, ни спикинга, вообще ничего у меня нету больше. Так что для таких не очень ответственных людей нужен именно вот репетитор. Касаемо нейтивов, вот было 5, мне рекомендовали нейтива в Ростове, нашим студент, или уже даже педагог, по-моему, педагог. У нас там есть ЮФУ университета, и он там, по-моему, педагогом работает, как я поняла. И он, ну как, нейтив, но вопрос, из какой страны, то есть там будет свое произношение. Это студенты к нам приезжали в Ростов, учились, они из Африки. У них там свой выговор, свой говор. Вот у меня был нейтив, я все понимала, но немножечко, в общем... Корябала мой слух некоторые выражения, и у него были свои выражения, какие-то свои слова. И вот с нейтивом хорошо поговорить именно. Репетиторство не всем дается нейтивом. Они могут поговорить, но выстроить грамотный урок, объяснить, это не все могут. Это нужно быть именно репетитором, а не просто нейтивом. Я вот, допустим, русский язык
Но я говорю на русском. Я пишу более-менее грамотно, хотя вот запятыми очень большие затыки у меня стали происходить со временем. Все позабывала. Но это же не значит, что я смогу репетиторствовать и готовить там людей каким-то экзаменам, к сдаче каких-то там тестов, да и вообще просто. Потому что там нужно знать правила, грамматику и, в принципе, обладать хоть каким-то там даром подбора материалов. Ну, я, впрочем, об этом, в принципе, говорила, что репетиторство дано не всем. Про колу хотела еще рассказать. Муж притащил вчера, он купил и такую настоящую колу, а эту нашел в Алде и решил попробовать. Вот кола, аналог, типа добрый кола, или как она там, добрая кола. А, ему понравилось, а мне нет. Она имеет более такой строгий вкус. Мне показалось меньше сахара, больше газа. Мужики привезли к празднику нашему, к нашей дате. Universal. А как дата? Universal или anniversary? Короче, забыла. У нас так, у нас тут все в перемешку. И ручки. У нас тут суши. Это вот это у нас целая команда сейчас будет. Зачем столько палок? Сейчас у вас соуса. Валя, иди кексики твои любимые. Идешь? А это я люблю. Да, это Паша тоже хочет. Это я очень люблю Паша, фруктовый. Да. Он вкусный, там типа должно быть заварного крема. А это что такое? Дабл чоколит. Чоколит. Это единственный, который был шоколадный и на вид шоколадный. Потому что они шоколадные, потому что он миллион чипсов и цветочки. Миллион чипсов. Фуми. Да. Острая уже? Ты же еще не съел. Какие-то у нас вкусы. Тайгер, ролл, темпура, шримп. Это с креветками. Это вот тебе. Кранчи ролл. Что это у нас? Имитация краба. Это... А это ананасовый сок, да? Это мой любимый. Пайнэппл. Да, это да. Chief Sampler Ultimate Нигири Rainbow. Какой? Вкусный? Ты что, мел поешь? Вкусно. Вы забыли положить. Вот этот тортик. Точнее, это, наверное, пирога. Тарт. Фруктовый тарт. Самый вкусный. Я очень его люблю. Когда-то я его здесь попробовала в фудбанке. Давно нам дали. Не знаю, этой фирмы или нет. Это из Харриститера. $11 стоит. Там заварной крем, корж песочный и вот просто обилие фруктов. Просто вот насыпь. Я сама пекла. Давно тоже вот такой подобный. Тоже песочный корж, крем и вот добавляешь любые фрукты. Какие-то книга адаптированная оказалась, вот написано, адаптированная. Ну ничего, прочитаю адаптированную, значит, версию. Значит, быстрее прочитаю. Хотелось, конечно, классическую. Ну, либо начну читать, и потом пойду гулять туда и положу им в ящик, верну. Валя еще сегодня нарисовала котенка ночью, вечером. Красиво, прям растушевала, очень красиво.